Подмосковье спортивное ориентирование выходит на новый интерактивный уровень. В Сходне в парке имени Величко открыли трассу, пройти которую можно с помощью специального приложения. Информационный стенд расположен при входе в парк со стороны баскетбольной площадки. На нем представлена схема парка с контрольными точками трассы, а также инструкция для скачивания мобильного приложения. Здесь в парке устанавливаются стационарные контрольные пункты на специальных табличках. И этим можно воспользоваться при помощи, без карты, а при помощи телефона. Вы подходите к стенду, там все удобно и понятно написано, и скачиваете QR-код, и получаете на телефон карту. И по этой карте вы идете эту дистанцию. Здесь не нужно никаких скорости, быстроты и так далее. Здесь просто человек знакомится с ориентированием. Аналогичная трасса спортивного ориентирования уже работает в парке Дубки. Еще две будут скоро открыты в парках Подрезково и Экоберег. Интерактивные трассы разработаны Федерацией ориентирования Московской области и спортивной школой имени Горелова при поддержке фонда президентских грантов. Трассы подходят для участников любого возраста и уровня подготовки. Протяженность дистанции значительно меньше, чем в стандартном спортивном ориентировании, и варьируется от 900 метров до 2 километров.